Здравствуйте. Если вы часто приезжаете в Таиланд, либо собираетесь переехать сюда на постоянное место жительства, мы рекомендуем открыть вам счет в местном банке. Процедура не является сложной, но позволит сэкономить очень много свободного времени. На сегодняшний день практически все сервисы в Таиланде по покупке товаров либо услуг интегрированы в интернет, и для того, чтобы купить элементарно продукт в гипермаркете, не обязательно ехать в него. Можно просто зайти в интернет с вашего компьютера либо телефона и оформить покупку онлайн. Это все можно оформить при наличии тайского счета. Банки в Таиланде несложно отличить друг от друга. Естественно, у них у всех индивидуальное название и дизайн, но в большинстве своем люди различают банки по цветам. Фиолетовый, зеленый, желтый и так далее. Это очень удобно для тех, кто приехал в Таиланд впервые. Несложно найти будет банкомат, либо отделение вашего банка. Практически на каждом углу есть какой-то банкомат. В Таиланде, как и во всем мире, банкоматы обозначаются аббревиатурой ATM. Для открытия счета своим клиентам мы рекомендуем те банки, которые пользуемся самостоятельно. Это зеленый Касикорн, либо желтый Кронксри. Открыть счет в местном банке несложно. Для этого нам понадобится контракт о покупке недвижимости, либо свидетельство на собственность, загранпаспорт и местный номер телефона для того, чтобы установить приложение на ваш мобильный. Затраты на ведение счета в Таиланде, они минимальные. Если мы говорим о банке Кронксри, то первоначально вы оплачиваете 980 бат. В это входит 500 бат открытия счета и 480 бат – это привязка карты Visa и ее обслуживание на 3 года вперед. Если мы говорим о банке Касикорн, то годовое обслуживание стоит 1000 бат, открытие счета 1000 бат. Также необходимо положить депозит 10 тысяч бат, но его можно снять в этот же день. И дополнительно оплачивается страховка 7500 бат. Процедура открытия счета занимает в среднем от 40 минут до часа. По завершению вам выдается банковская книжка, где фиксируются все транзакции. И также к этой книжке привязывается карта образца Visa, ей можно пользоваться по всему миру. Несмотря на то, что эта процедура не является сложной, мы помогаем всем нашим клиентам открыть счет в местном банке, также помогаем им разобраться, как пользоваться онлайн-приложением. Надеюсь, сегодняшнее видео было полезным и интересным для вас. Подписывайтесь на наш канал и следите за обновлениями на сайте. Там очень много полезной информации. До свидания!